И миссионер, и пекарь. Прокуратура Карагандинской области пресекла деятельность гражданина Российской Федерации. Тот, по словам сотрудников надзорного органа, занимался незаконной религиозной деятельностью и нелегальным производством хлебобулочных изделий. Мы уже рассказывали, как прокуратура региона был выявлен подпольный цех по производству хлеба, гамбургеров, хот-догов и чебуреков без заключения госсанэпиднадзора. Производством хлебобулочной продукции занимался в помещении бывшего гаража предприниматель, гражданин России. Оказалось, помимо незаконной пекарни, предприимчивый бизнесмен организовал здесь дом милосердия, где проживали более 30 человек. Наркоманы, алкозависимые и бездомные использовались в качестве бесплатной рабочей силы. ИП «Безман» осуществлял незаконную миссионерскую деятельность. Почему незаконно? Он не состоял на учете в органах управления внутренней политики как миссионер, и при этом он являлся гражданином Российской Федерации. ИП «Безман» к административной ответственности предусмотрена части 3 статьи 375 как осуществление незаконной миссионерской деятельности. Указанные акты прокурорского надзора находятся на рассмотрении.